традиционный якутский. Необычная как бы форма. Полевой кухонный. Это булатная сталь. Шкуросъемный. Чистой воды скиннер. Знаменитый швейцарский. Обязательно необходим вот такой вот нож. Какой нож взять на охоту? Как правило, у охотника с собой всегда один нож. И как надолго сохранить его рабочие качества? Править, а именно точить, доводить их до идеального состояния практически нового ножа. «Нож-помощник» с 14 октября по понедельникам в 22:40 на телеканале «Точка отрыва».